Я вас вітаю в ефірі програма «Коментарі» і поговоримо сьогодні про початок передвиборчих перегонів та про майбутні вибори Верховну Раду. В гостях у нас сьогодні Олександр Куницький, блогер, громадський та політичний діяч. Здравствуйте. Я вас вітаю. Здравствуйте. Я знов рада вас бачити у нас на телеканалі і продовжимо нашу розмову. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про початок перегонів політичних, так, і про майбутні вибори. Тож, сьогодні ситуація складається так, що кандидати визначаються, визначаються політичні партії. Як на сьогоднішній день ви, як майбутній, можливо, представник Верховної Ради, оцінюєте ситуацію політичну в Харківській області і в Україні в цілому? Ну, я хочу отметить, что тенденция сейчас очень благоприятная. У нас появляются новые лица в политике, у нас новое лицо во главе государства. Очень большое доверие возлагает народ Украины на ту политическую стратегию, которую задекларировал президент. Поэтому я надеюсь, что Верховная Рада тоже будет состоять из новых людей, и эти люди реально смогут помочь президенту воплотить все те мечты и все те обещания, которые мы слышали. Все нове не означає краще, так? Є така думка. Чому ви думаєте, що будуть, якщо нові обличчя, вони будуть дієвими? Конечно же, покажет время, насколько будут действенными новые лица, но я уже вижу по тенденции. Люди очень устали от старых лиц, люди очень устали от старых бездействующих, абсолютно неэффективных народных депутатов. И я думаю, что сам народ Украины не позволит тем людям, которые сейчас будут пробовать себя в Верховной Раде, просто сидеть и бездействовать. Я думаю, что люди просто не оставляют никаких шансов на то, чтобы творилось то, что происходило на протяжении этих лет. Угу. Давайте поговорим про те, яким ви бачите майбутній парламент, і, зокрема, ті молоді, перспективні, можливо, люди, які прийдуть до парламенту. Які вони повинні бути? Хто це? Вчителі, представники інших професій, хто ці люди? Учитывая, что политиками не рождаются, ими становятся, в принципе, любой человек, который имеет стойкую, уверенную гражданскую позицию, который на протяжении лет занимался какой-то активной общественной деятельностью, который не молчал, который пытался что-то изменить в своей стране, достоин для того, чтобы стать новым лицом в Верховной Раде, быть политиком. Все остальные вещи, которые приходят с опытом, я думаю, эти люди смогут научиться и смогут осознать и понять. Главное, чтобы люди забыли, что такое коррупция, исключили вообще в принципе из своих методов работы коррупционную составляющую, чтобы люди помнили, для чего они пришли в Верховную Раду. Самое главное, чтобы все-таки Верховная Рада приняла закон о лишении депутатской неприкосновенности, чтобы депутаты спустились немножко на землю, чтобы они почувствовали себя, почувствовали, были ближе к народу Украины, чтобы у них не было шансов и возможностей воровать и действовать какими-либо незаконными методами. То есть это, я считаю, основополагающая вещь для нових депутатів, які хочуть щось змінити в цій країні. Олександр, знаєте, не всі громадські діячі, активісти, які дуже гучно виступають на майданах, вони є дієвими. Тобто вони роблять якісь справи, які, в принципі, приносять харків'янам та українцям якусь користь. Як сьогодні сучасному виборцю, та, який дуже активно в інтернеті, користується інтернетом, дивиться телебачення, все ж таки розпізнати, де той активіст, який виступає з гучними заявами, але в принципі від нього немає ніякої користі. Смотрите, мы сейчас живем в верх информационных технологий. Сейчас о каждом кандидате можно очень просто и очень быстро найти всю информацию, которую он собирал или которая есть о нем в интернете на протяжении многих лет. То есть для того, чтобы понять, за кого надо голосовать, надо провести минимальное время в интернете для того, чтобы понять, этот кандидат достоин вашего голоса или нет. Интернет не прощает ничего. Все, что вы делали, все, что о вас знают, все, что о вас слышали, все это отражается и где-то публикуется. Допустим, очень просто, даже если вы не знаете своего кандидата в своем округе, очень просто понять, что это за человек, добыв минимальную информацию. И тогда вы для себя уже делаете выбор. Допустим, если это действующий народный депутат, который сейчас пробует заново пройти Верховную Раду,
очень просто проверить, он выполнил то, что он обещал. То есть он декларировал какие-то обещания на протяжении прошлой предвыборной кампании, на протяжении своей каденции, пока он был народным депутатом. Очень просто отследить, он да, сделал то, что обещал, или нет, не сделал. Даже существуют специализированные сайты, которые отображают шкалу обещаний и выполнения этих обещаний. А что же касается новых лиц, точно так же. Надо понимать, что это за человек. Во-первых, почитать предвыборную программу. Большая проблема наших людей в том, что они даже не интересуются предвыборной программой кандидатов, которые баллотируются в Верховную Раду. Начать с этого. Ознакомиться с программой. Опять же, есть общественные приемные. У каждого кандидата есть приемная, куда можно прийти воочию, увидеть своего депутата-мажоритарщика, который выдвигается по вашему району. Это тоже очень полезно. Люди должны знать людей, за которых они голосуют. Прийти, познакомиться с ним, послушать. Не обязательно что-то просить. Это не то место, куда приходят просить. Важно понять, что это за человек. То есть многим людям важно личная встреча, личное знакомство. После этого они сразу понимают, этот человек достоин представлять интересы людей в Верховной Раде, либо нет. Опять же, я уже говорил об этом, выбрав какого-то кандидата, необходимо помнить и контролировать его. То есть, если вы проголосовали за человека, обязательно помните, что он обещал, и обязательно контролируйте его на время работы в Верховной Раде. Это, мне кажется, это идеальная модель залога успеха, выбрать правильного человека и действительно что-то изменить в стране. Ви голосували на минулих парламентських виборах? Я, да, голосовал. Не могу сказать, что я сделал правильный выбор. Как показало время, мой выбор был не совсем правильный. Но, опять же, отчасти это, наверное, зависит не только от человека, за которого я голосовал, а от команды, с которой он шел. Очень важно понимать, с какой командой идет человек в Верховную Раду. Очень важно понимать, с какой командой он работал, если это был действующий депутат. Что за свою каденцию, с кем он общался, с кем он был в коалиции, в каких партиях он состоял, с каких партий он выходил. Это тоже очень важно понимать, насколько человек верен своим убеждениям, насколько он идет той стратегии, которую он придерживался во время выборов. То есть это важно понимать. К сожалению, мой кандидат моїх надіж не оправдав. Знаєте, багато українців 5 років тому голосували з надією, що будуть зроблені кардинальні зміни і Україна вийде на новий рівень. Багато експертів, політологів говорять, що так само і сталося. Не все виконано, але все ж таки процеси, які назавжди змінили Україну, вони відбулися. Але все ж таки деякі депутати нові, обличчя, молоді обличчя, провели 5 років у парламенті, просто сидячи, і навіть не було ніякого заявки на зміни в якомусь законі навіть. Як зробити так, на ваш погляд, щоб цього разу, цього парламенту не було такого? Я вважаю, що дуже важливі змінення пропонує зробити президент наш. Він пропонує внедрить механизм, который бы позволил во время каденции депутатов лишать их депутатского мандата и просто исключать его из Верховной Рады. Другими словами, что это значит для простых людей? Вы проголосовали за своего депутата, вы поверили ему, у него была отличная предвыборная кампания, у него было вроде бы новое лицо, и все было шло хорошо, но получив депутатский мандат, неприкосновенность и все полномочия депутата, он перестал быть полезным, он перестал работать по тем или иным причинам. Возможно, ему не дают это делать, возможно, он не хочет больше это делать, возможно, он просто пришел спать Верховную Раду. Для этого есть механизм, который предлагает сделать президент, чтобы данного депутата можно было просто с Верховной Рады просто погнать. Я думаю, это очень полезно. И я думаю, что если это внедрить, если Верховная Рада за это проголосует, я думаю, что это станет реальным действующим механизмом, который нас может избавить от неэффективных депутатов. Якщо Верховна Рада проголосує, насправді протягом всієї незалежної України перед виборами, так під час пригонів передвиборчих, багато хто говорив, що недоторканність убрати депутатів. Да. Багато інших обіцянок. В тому числі, в принципі, зараз ця обіцянка, про яку ви говорите, вона звучить також дуже такою обіцянкою. Тобто, де впевнені, що депутати майбутні проголосують за такі зміни, що, в принципі, собі зробити такі непослугу? Я считаю, что надеяться на сознательность депутатов, конечно, надо, но верить в то, что это случится, я бы не стал. Я считаю, что вы, электорат, люди, которые будут голосовать за своего депутата, это их задача, их ответственность, они должны проконтролировать, что их депутат действительно, если обещает это сделать, он должен за это голосовать. То есть всеми силами. То есть есть масса способов, как общество может донести свои какие-то идеи к народным депутатам. Это мирные митинги, можно выходить, требовать, чтобы народные депутаты сделали и приняли тот закон, который они обещали, который обещал
инициировать президент. То есть, если было сказано, за это надо голосовать. Если ваш депутат не проголосовал, но опять же, это вам хороший очень знак того, что за этим депутатом надо глаз да глаз, что надо давить на него, что надо заставлять его выполнять те обещания, которые он обещал на предвыборной кампании. Щодо майбутніх депутатів та їх політичної грамотності, так? Тобто більшість депутатів, які йдуть до парламенту, вони мало в них досвіду щодо законів, стратегій політичних. Як в цьому напрямку рухатися? Нам є чим сравнювати. У нас много років були депутати, і академіки, і професори, і було дуже багато заслужених дійсно людей, які, прийдя в Верховну Раду, к сожалению, нічого не робили ефективного. Поэтому говорить о том, что придут новые лица, которые будут недостаточно образованы и недостаточно квалифицированы, возможно, это и так, на первый взгляд. Но давайте отталкиваться от мотивации этих людей. Если эти люди действительно пришли что-то менять, и у них есть к этому предрасположенность, и их чувство ответственности достаточно высокое для того, чтобы делать то, что они обещали, я думаю, не имеет значения, какое у них образование, не имеет значения, кем они были до этого. Если у них есть стремление изменить страну, и они действительно начнут это делать, я думаю, у них все получится. В політичних партіях так зазвичай є п'ятірка, десятка лідерів, які йдуть першими у списках, і в майбутньому 5 років вони вносять зміни до закону, виступають публічно дуже, інші якось так не дуже активно себе почувають. Як бачите себе ви? Ким? Смотрите, що касається мене, якщо мой зритель, люди, которые меня знают, люди, которые на протяжении многих лет следят за моей деятельностью, если они считают необходимым и готовы меня поддержать на выборах, конечно, я бы очень хотел попробовать изменить в этой стране что-то к лучшему, имея какие-либо полномочия. Мне удавалось это делать, не имея никаких званий, я не состоял ни в каких партиях, у меня не было никаких удостоверений, я не был ни журналистом, я был активистом, который сам по себе пытался что-то изменить вокруг себя в этой стране. Поэтому, если есть на это запрос общества, конечно, я с радостью бы попробовал, я бы хотел бы более эффективно менять эту страну к лучшему. Какие табу для вас существуют в ваших принципах? Мои принципы очень простые, это можно увидеть по моей работе. Я нещадно на протяжении многих лет борюсь с коррупционерами, я их ловлю, я их всячески публикую, я их всячески делаю знаменитыми для того, чтобы люди понимали, что так в этой стране жить нельзя, и что каждый коррупционер, который доводит свой народ, просто издевается над ним, должен нести заслуженное наказание. Как сделать так, чтобы самому не стать коррупционером? Это очень просто. На самом деле, когда говорят, надо начинать с себя, это отчасти верно. То есть надо понимать, что любое проявление коррупции в конечном итоге бьет по, если не по тебе, то по твоим родным и близким. То есть если вы будете жить нечестно, если вы будете рассчитывать на то, что коррупционным способом можно разбогатеть, возможно, это так, но вокруг вас люди, ваши друзья и родственники, они от этого будут страдать. Сможете ли вы достойно и счастливо жить в такой стране, я сомневаюсь. Поговоримо трошечки про виборців. Так, в принципі, президентські вибори, вони були такими унікальними, так, з точки зору прояву демократії в Україні і інших процесів, в принципі, не було так великої кількості порушень. Ці вибори, позачергові майбутні парламентські, вони відбуватимуться влітку. Багато хто говорить, що це не на часі, в принципі, до чергових виборів було всього-то 2 місяці, так? І літом, можливо, буде невелика кількість людей, які вирішать прийти до дільниці. Це, можливо, дійсно не зовсім підходяще час, учитывая, що я считаю, что эти выборы – это фактически третьи президентские выборы, потому что от того, кого выберут на этих выборах, будет во многом зависеть стратегия президента, которую он декларировал, когда шел на выборы. Если Верховная Рада опять по каким-то причинам наберет туда старых деятелей, назовем это старых лидеров, которые сидели там уже на протяжении многих лет. Но это же украинцы будут выбирать. Абсолютно верно. Право. К сожалению, у нас сложилась такая тенденция, что выборы стали модными, назовем это так, совсем недавно. Да? Последние выборы президента, второй тур показал, что молодое поколение наконец-то осознало, и я этому очень рад, действительно, что от них зависит будущее этой страны. И многие из них, молодые люди, которые никогда не ходили на выборы, они встали и пошли, они проголосовали, они выполнили свой гражданский долг, за что я им благодарен, потому что я сам мотивировал всех своих друзей и знакомых не сидеть и не надеяться на чудо, а делать и творить будущее самостоятельно.
Поэтому, что касается этих выборов, да, действительно, большое количество молодых людей разъедется. То есть студенты поедут отдыхать, кто-то поедет на заработки, кто-то поедет на море отдыхать с семьей. То есть, возможно, процент молодого поколения на этих выборах, он будет меньше, чем на последних президентских. Но я, опять же, призываю всех помнить, что это действительно важный очень гражданский долг. И надо отдавать себе отчет, что когда человек говорит, политика – это не мое, я вне политики, он прямо соглашается с тем беспределом и ужасом, который творится в этой стране. Каждый должен понимать, что политика – это часть жизни каждого человека. И от того, насколько вы участвуете в жизни политической стране, зависит ваше будущее. Поэтому я всех призываю, независимо от того, где будут люди, 21 числа вспомнить, что это очень важный день для страны, прийти и проголосовать, независимо за кого вы собираетесь отдать свой голос. Важно, чтобы вы пришли, чтобы ваше будущее не зависело от бабушек и дедушек, которые ходят на выборы по старой памяти, от того, что в большинстве случаев им нечего делать, и для них это какой-то комьюнити, где они встречаются, общаются и проводят весело день. Так вот, надо понимать, что пока будущее нашей страны будет зависеть от пенсионеров, которым просто, ну, поставить. Это же выборцы нашего громадян, нашей Украины. Однозначно, однозначно. Но, к сожалению, не завсегда они чувствуют действительно то веяние и те изменения, которые должны произойти в стране. Очень важно понимать, что их голос, конечно, важен. Они, конечно, должны приходить и тоже голосовать. Но молодое поколение не должно забывать, что в большинстве своем они и есть та опора этого государства, от которых очень много зависит в этой стране. Они самые продуктивные, они работают, они... Ну, то есть это есть надежда нашей страны. Поэтому прийти обязательно проголосовать, неважно за кого кандидата, проконтролировать, что ваш голос не отдадут кому-то другому, что какой-то нечестный кандидат воспользуется тем, что вы не пришли, сделать какие-то подтасовки. Мы все знаем прекрасно, Як це работает. Угу. Щодо порушень на президентських виборах під час голосування та під час передвиборчої кампанії, все ж таки український виборець, він став вже таки грамотний, та його не так просто підкупити чи якось обіцянками там заманити. Чи помітили ви, в принципі, що під час президентської кампанії вже пішли в минуле ті старі технології, які були до цього? Ні, ви знаєте, я вам хочу сказати, що наблюдаю за передвиборною кампанією, яка де-факто вже почалась на вибори Верховної Ради. Я можу вам з точною вірністю сказати, що є кандидати, які розраховують виключно на старі, перевірені, дійсні методи. Якщо вони розраховують, але ж виборець, чи він зможе на це купитися? Возможно, опять же, молоде покоління, да, воно осознає, що, ну, це неправильні методи. Тобто вони вже розуміють, що якщо вам роздають гречку, то у нас виборці дуже грамотні. Вони її беруть, але за цього кандидата не голосують. Це правильно. Я призиваю всіх, що якщо вам щось дають, обов'язково це беріть, але робіть свої виводи об цьому кандидаті і ні в якому разі за нього не голосуйте. Але ж це порушення закону. Абсолютно вірно. Но у нас кандидаты, которые идут в Верховную Раду, они очень хорошо научились обходить закон, они прекрасно понимают, как сделать так, чтобы донести какие-то подарки до своих избирателей, чтобы это не являлось подкупом с точки зрения закона. Поэтому... Але ж порушення и для виборця також. Однозначно, но у нас немногие это понимают. У нас немногие понимают, все это воспринимают как должное. Нам на протяжении многих лет приучили нас к тому, что кандидаты хорошие обычно появляются перед выборами, начинаются краситься детские площадки, раздавать какие-то подарки, какие-то шарики, какие-то детские утренние праздники. И люди, как правило, на это реагируют и в конечном итоге идут голосовать за этого кандидата, потому что они хоть где-то видят его фамилию. Эта проблема у нас действительно есть. Но я еще раз призываю людей помнить, во-первых, что это нарушение закона, что да, и со стороны кандидата это нарушение закона, и со стороны избирателя, который тоже на это реагирует. А яким повинна бути на сьогоднішній день передвиборча кампанія депутатів, народних депутатів Верховної Ради? Важно понимать, опять же, все зависит от того, какую информацию вы хотите получить о кандидате. Не надейтесь на то, что сам кандидат расскажет вам о себе больше, чем он считает необходимым. Всегда проверяйте все факты о нем, опять же, с разных источников, не только с интернета. Я уверен, что если вы соберетесь голосовать за какого-то кандидата, который избирается в вашем округе, по вашему району, достаточно будет хотя бы у соседей и у друзей узнать, кто это за человек. Ты знаешь, что это за человек? Допустим, он был нашим депутатом там на протяжении 5 лет. Вы слышали что-то о нем? Что он сделал из того, что говорил? Там, допустим, я о нем ничего не знаю. Вот, а как ты думаешь? То есть спросить мнение друзей и знакомых. Второй источник – это интернет, СМИ, телевизор. То есть важно понимать, что говорят о человеке, что он действительно сделал. Все это сравнить, сопоставить, и после этого смело идти на выборы. Все кандидаты-мажоритарщики, они ограничены
в принципе, своими ресурсами. То есть мажоритарщик, по факту, это человек, который видит в себе силы самостоятельно попробовать себя, Верховную Раду, и он самостоятельно о себе разносит информацию теми способами, которые ему доступны. То есть, как правило, чем скромнее кандидат, тем... Щодо зустрічі з кандидатом. Чи повинен відбуватися у дворі будинку? Я считаю, что, конечно, опять же, вернемся к тому, что я говорил, очень важно видеть кандидата, очень важно понимать, что это за человек. От личного контакта очень много зависит для многих людей. Посмотреть на него, как он разговаривает, как он выглядит. Вообще, по многим факторам люди могут определить, это честный человек или нечестный. Даже вот при личной встрече. Есть общественные приемные, не пренебрегайте этим, обязательно приходите, знакомьтесь с своим кандидатом, потому что большая вероятность того, что когда он пройдет Верховную Раду, вы больше его не увидите. Поэтому пользуйтесь моментом, пока он доступен, ходите на его встречи, обязательно задавайте ему вопросы. То есть не стесняйтесь узнать, что, как он будет делать, а как вы можете его контролировать. Вот мы вас выберем, например, а что будет, если вы не выполните свои обещания, а вот как нам быть. То есть все эти моменты очень, и вы сразу поймете, кто перед вами, будет ли он выполнять эти обещания, что он, в принципе, вообще обещает. Знаете, як користувач інтернету, ми розуміємо, що в інтернеті є інформація правдива і є інформація неправдива, так звані чорні технології та інше. Як пересічному громадянину, харків'янину, можна добре себе почуватися в просторах інтернету, так? Та розуміти, де правдива інформація, де ні? Ну, во-первых, опять же, можно сравнить ее количество. Как правило, ее будет очень много. Ее, любой кандидат, который регистрируется на выборы, он обречен быть облит каким-то черным пиаром. Это нормальная тенденция, на это тоже надо делать скидку и понимать, что таковы, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день технологии выборов. Поэтому, конечно, надо все делить на два, как хорошую информацию о кандидате, так и плохую. Опять же, важно включать голову и понимать, кто перед вами, и сопоставлять факты, которыми вы располагаете. Это все вот только от человека зависит, как он воспринимает информацію. Ви особисто, Олександре, готові до майбутніх перегонів та до всього, що може вилитися на вас? Конечно, смотрите, за годы моей деятельности я, поверьте мне, очень много получал негативных, в том числе, отзывов, потому что вещи, которыми я занимаюсь, в определенных кругах они не популярны. Да? Будем говорить прямо, что сотрудники полиции, органы прокуратуры, судов, их родственники, друзья, это большое количество населения Украины, меня не любят и есть за что, потому что я им очень сильно мешал жить и очень сильно рушил их схемы и работу. Поэтому, конечно, я готов, потому что я, в принципе, на протяжении многих лет уже с этим сталкиваюсь, и для меня ничего нового, я думаю, здесь я не увижу. Ну що ж, я час нашої програми завершився. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі. Спасибо большое. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про майбутні парламентські вибори. У нас в гостях був Олександр Куницький, громадський діяч, блогер, політичний діяч. І бажаю вам бути грамотним виборцем. До побачення.